Владивостокский цирк представляет на суд зрителя новую концертную программу «Наш добрый-добрый цирк». Многие жанровые номера приморская публика увидит впервые. Программа будет идти до 4 марта, а премьерный показ посетила наш корреспондент Юлиана Синько. Артисты Российского государственного цирка выступили во Владивостоке. Тематическая программа «Наш добрый-добрый цирк» собрала почти 2000 зрителей. Главная идея шоу – акцентировать внимание на юбилее народного артиста России, легенде российского цирка Евгении Майхровском, всем известного как клоун Май. 60 лет своей жизни он посвятил цирковому искусству. Это прекрасная профессия. Я объехал почти весь мир. Я увидел, когда бы я вас встретил, Юлиана, вас, Игорь. Действительно, да. А так вот, так, знакомство во всех концах света. Харизматичный клоун – не единственная особенность программы. Зрители увидели все жанры циркового искусства. Иллюзию жонглеров, дрессированных животных, приемы по боксу от кенгуру. С замиранием сердца зал наблюдал за трюками эквилибристов и акробатов. Ну а главную ставку авторы творческой программы сделали на представлении, которое никогда не видел приморский зритель. Это каждый день мы репетируем, по 3-4 часа репетируем на ложах, чтобы безопасно, чтобы никакой травмы не получилось. Такое разнообразное цирковое шоу зрители точно не забудут. Самое напряженное выступление было это вот акробаты последние. Мы очень все волновались. Но нам все очень понравилось. Цирковая программа «Наш добрый-добрый цирк» будет радовать жителей Владивостока до 4 марта. Юлиана Синько, Игорь Лещук, «Панорама».